В общем, на это лето очень много комаров. Пришлось брать универсальное средство от комаров, Гардекс, но оно не помогает. Ну, вернее, как оно отпугивает, но не настолько сильно, чтобы они не кусали ребенка. Вот забрызгал полностью ее вчера, и одежду, и руки, ноги, но тем не менее все равно покусала. Вот. Что лучше взять? Не знаю. Вот сейчас приобрел еще два средства. Посмотрим, как они сыграют свою роль. Смогут ли они потянуть защиту ребенка или нет. В условиях дачи, в условиях повышенной влажности, комаров, москитов, клещей и всего остального. Или вот, например, леший, защита от укусов, клещей, мошки, комаров, москитов, блох, мокрицев каких-то. Ну, короче, 7 в одном. Более-менее натуральный. Хватает его надолго, от 6 до 8 часов применения. И его можно распылять на одежду и на кожу. Ну и соответственно с ароматом ванили штучка, да, причем насыщенная, аромат ванили, и оно маслянистое, конечно, оно масло это впитывается, но оно есть. Но на пальцах не липнет. И вторая штучка со вкусом лимона. Универсальная защита от клещей, блох, комаров, москитов. Ну, короче, то же самое для обработки одежды, снаряжения. До 15 дней защиты. Приятный аромат лимона. Вот это вот как бы уже поинтереснее. Ну, лимона не чувствуется. Масел поменьше. Лимон вообще не слышно. Даже, я бы сказал, даже не пахнет лимоном. Абсолютно. Так, от 20 до 25 сантиметров. Держа упаковку на вытянутой руке. Так, через 10-15 суток. Повторное. Или после стирки нанесения. До 10 суток защиты. Так, нарушение. Ну, тут упаковка на 200 миллилитров. Октябрина апрелевна какая-то. Инновационная формула. Не знаю, посмотрим. Но вот это, конечно, больше надежды, чем на лешего. Но тем не менее, пусть будет и то, и то. Может, ребенку что-то понравится больше. Этот у нас стоит 220, а этот в районе 150 рублей. Вот так приходится платить за безопасность. We'll be right back.